Она свою дочь замуж выдает за Шимкенского. После того, как мы выложили трейлер в соцсети, шли разные слухи. Мне угрожали, моей команде угрожали, звонили, писали. Вот. Многие шимкенские опасались. Они говорят, вы что, хотите обидеть шимкенских? Либо еще что-то как-то. Из-за таких, как ты, нас шимкенских не любят. Мне приходили даже бандиты, да, шимкенские, можно так сказать, дядьки шимкенские приходили мне, говорили, вот, Алишер, ты что снимаешь про нас, такой-то фильм, ты хочешь наш опозорить, либо еще что-то как-то. Но я их убедил в том, что этот фильм очень поучительный, и этот фильм никого не обидит, ни шимкенских, ни казахстанских, он даже наоборот объяснит казахстанцу, какой же на самом деле этот народ шимкенский. Слушай, Асим, ну, если тебе страшно, ты можешь прижаться ко мне. Но это же комедия. Как мне принесли этот сценарий, тогда он был, честно сказать, суховат чуть-чуть, но вся суть и был какой-то ключик этого фильма, в самом названии даже, потому что шимкенский. И тогда я задумался, этот стереотип пока есть в нашем Казахстане, и его нужно убрать. Случайно не шимкенский? Да, я шимкенский. Мама, отправьте всех, спасите, он шимкенский. И я подумал, надо, Алишер, надо снимать этот фильм. Потом пошел искать спонсоров, так как я еще студент, у меня еще пока нету таких денег, чтобы снять клип, ой, снять фильм. Только шимкенский хочет все и сразу. Че? Сразу после того, как мы закончили снимать этот фильм, у всех, у нашей команды, все начали полезать какие-то другие идеи сразу. О, Альша, давай снимем такое, давай снимем, потому что талдыкский, ты же из Талдыкургана. Но я действительно из Шимкента. Оля, шутка, ой! Что плохого в шимкенских? Они же воруют девушек. Никогда не слышал. Да у нас все подружки уже давно распрощались со своим детством. Убедитесь сказать прямо то, что фильм никого не оставит в обиде. Он очень... Особенно шимкенского. Особенно шимкенского не обидит, да, и весь Казахстан не обидит. Он, надеюсь, оправдает ваши ожидания. Чек был идён, и чтобы наши глаза тебя больше не видели! У меня ситуация без вариантов. Запомни, у шимкенского вариант всегда есть.